Все, пошел звук, пошел. Да я понял, что пошел. Я ж чиню. Блять. Фикс, блять, производишь. Ваша центральная башня разрушена. Да, и в этом не ищи. Я просто сам, наверное, ищу. Удачная находка. Вашу центральную башню атакуют. Зеленовский, я самый бедный политик. Угу. Стремительно. Броня им не поможет. А где 10 тысяч, кстати, эти? Крадусь. Кроссовки купил новые. Джинс. О, да. Что за кроссовки? Adidas? Да. Это там была модель, которую постоянно ношу. Просто ее заново купил. Потому что старый уже пиздец. Тайс. А, Миша, да это кроссовки старых пиздец. Еще не время. У меня, короче, знаешь, как бывает хуй тень? Короче, начинаю вот играть. Я не готова. Там какой-нибудь мультиплеер, здесь, да, дохуя народу ходит. Ты прям так разошелся, так я начал ебашить, прям пиздец, нахуй. А потом я понимаю, что я, блядь, разошелся и сразу же заебил. Пока я этого не понимал, что я что-то подразошелся. Еще не время. Ебашил. Прям бегал, ну прям это чисто, блядь, бегаю со снайпой, нахуй, не сижу где-то, блядь. Теперь я. Одни головы только, сука, летят, да. А у меня пишет, типа, или что, не понимаю. Вашу нижнюю башню атакуют. Челики даже когда в обычку играют, жопу подбирают у всех. Вашу нижнюю башню атакуют. У меня вот всех в ангарде мы лищем. Кого не включаю. Еще не ну, время. Хоть и стрим, но видно, что... Вот и я. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вашу так, нижнюю башню атакуют. Быстро удар. Словно ветерок. Ура, сделал бы в 23-й. Они меня не увидят. Йог 12 обычно делают. Стремительно. Чел там стреляет в него мосинка, кстати. С душаком, ну, блядь, хомячок громче пердит, блядь, чем, сука, этот мосинка. Так, на меня уже идет еблет. Бля, опять эта карта. Это вон Карстер пошел играть? Не. Опять тот же отрезок, да, на котором мы, ну, просто дристальник разлетится, блядь, в дребезги, если сделать эту хуйню. Убить, блядь, троих без перезарядок с пулемета, на. Не, если пластины бы там, пластины бы давали, блядь, на это. Это со стонером там, блядь, вообще два выстрела надо сделать, что там. Ну и что, блядь. Бля, у меня 18 FPS в игре, 16. У меня даже это... Вашу как его начал атакуют. С таким FPS даже этот начался. Как input lag, прям пиздец. Прям мышку поворачиваю, она не поворачивается. Вашу центральную башню атакуют. Бля, в доту мне сносить ее, потому что... Тихо. Уже не получится сносить. Слывай с окружением. Там, где ничто. Ну. Да просто я сосу хуй. На Warzone просто, блядь, винрейт 100%, нахуй. Warzone kill рейт. Мгновение ока. Аж подозрение, блядь. Аж, блядь, на туре не зовут, блядь, с Тикинсоном поиграть в пачку. Крадусь.
Бля, нихуя тут пиздец, снайперов просто 30 человек ебашит. Стоунер. Пока поднимался на дом по лестнице, только и слышно, как хедшоты отвешивают людям там. Да, вот тебе тоже, сука, 250 метров. Ну вот, короче, на 250 метров я сейчас ебанул Пилингтона. Ну вот, почти вообще не поднимал. Мы с... на одному челу. Ну, с душачком-то с последним, наверное, заебато будет. Понятно, короче, ну тут ебут снайпера во вражеской команде, в нашей команде не ебут. Что-то я не хочу доигрывать эту игру в дотку, выйду просто. Дотка. Такую эту дали, блядь, визит. Мультик какой-то, сука. Ну, погоди. Ну, погоди. Заяц, погоди. Бля, ну просто, просто. Заходишь, вот, оружейник, Пилингтон 703. Болтовка. Передняя рукоятка. Контроль вертикального компонента датчика. Контроль горизонтального. Нахуя это надо? Чтоб ты спросил. Лол. Понял прикол? Кулямбус. Короче, это, ну, я не знаю. Я... Да понял, я вот... понял. Чё надо, блядь, сделать, сука, а? Шепард. Что надо делать? Алло. Алло, блядь.
Welcome to the chat, buddy. Ты тут? Welcome to the club, buddy. Я, короче, убрал автоматическое. Пробовал. Что убрал? Автоматически определять чувствительность устройства ввода, блядь, ну потому что, ну это, блядь, пиздец. Это уже нахуй, ну я не знаю, блядь, что делать. Буду пробовать разную хуйню, блядь. А, то, что тебя не слышно? Да, заебало, блядь. Может, шумоподавление, блядь, надо убирать в Дискорде, раз уж оно стоит в этом. Может, два шумоподавления, блядь. А, так у тебя стоит бродкаст и шумоподавление в Дискорде. Да. Да. Там же, блядь, русским по белому написано, блядь. Перед тем, на сайте, где ты скачиваешь бродкаст, чтобы, блядь, убирали все других шумоподавления. Я не видел этого. Ай, блядь. Ну ладно, вот тогда, ладно, все, короче, я убрал шумоподавление. Там два шумоподавления, да? Ну, где-то я себе оба убрал. Там шумоподавление, потом эхоподавление. А вот еще шумоподавление, вот, видишь, да. Но эхоподавление оставлю. Смотрим. Да не потому надо, что... убери, у тебя не будет эхо. Убери вообще все вот эти вот плюшки, блядь. Плюха. А бродкаст что, ну все, перестал работать? Что? Что да работает он, да работает. Ну там еле-еле слышно этот звук-то. Ты со 100%, наверное, убрал, потому что его давно еще. Нет, не убрал. Ну все, значит, не работает больше. He's gone. Да. А, все, включил на полную. Да, представляешь, я же вроде, блядь, как-то такой сидел, думаю, да похуй вообще, блядь. Короче, не слушает никто меня, нахуй. Я ставлю, блядь, похуй выставляется. Я пригласил тебя. Пошли в эту залупу. Куда? Клаш? В Клаш Рояль пойдем? Да Клаш Рояль я бы только пошел. Бля, ну просто там сидеть, скипать, ждать, пока, блядь, будет реальная хуйня, чтобы... Нихуя не поменялось. Че, все равно типа пропадает? Да. Хуй, может, я сейчас усаживался, может, я говорил как-то. Ну вот оно просто, оно не тишь, оно просто говоришь, блядь, просто исчезаешь на полслова, блядь. Я, блядь, тон не менял, ничего не делал. Просто говорю вот одним тоном. Предложение, блядь. Я... Ну, ты сейчас хуя... Нах... Вот так вот было. Блядь. Сейчас я эту хуйню подключу тогда. Какое? Автоматическое определение. Чувствительное устройство ввода. Вот. У меня раньше клау было слышно. Я не мог никак вот... Ну, я просто... Какое бы значение сам не выставлял, у меня все равно слышно клау было. Я поставил вот это автоматически, у меня перестало слышно клау, даже когда я говорю. Но при этом меня, типа, нормально вроде слышно. Я не пропадаю ни у кого. Вроде. Меня только иногда не слышат, когда я забываю микрофон ебучки подвинуть. Просто не понимаю, как он может быть где-то там, блядь. Типа, блядь, если начал я тихо говорить, там исчез. Блядь, ну я говорю одним тоном. Че у меня, блядь? И там что, блядь, настолько прям это, что ли? Блядь. Но там на какие-то сотые, блядь, там децибел поменялся голос, там, блядь, или что там, по громкости, блядь, все там. Встает, улавливает, там, что, блядь, происходит.
Call of Duty Black Ops Warzone. Бормочешь там. Да Сайн 94 пойду играть. Челики же гибарят. 94. Стреливаю. Скрытый баф N94, прикинь, был бы, бля, вообще, бля, пиздарики, бля, начались бы. Не, в натуре могли бы и бафнуть просто. Чё, блядь. Чем добавили этот мусор, блядь, ебаный просто, вот, ну, мусор, с ним же вообще только какие-то ёбнутые играют, блядь, пиздец. С ним вот играет этот челик, который вот в 2011 году поиграл в Сталкер. Хуя себе, Абакан. Ебать, понравилась пушка-то. Пуха-то норм. Не, Абакан нормальная пуха. Потом 10 лет вообще ни в одну игру не играл. Пился, блядь, PS5 вот скачал. Ебать, Абакан, хуя себе. Хуя себе. Вкачал его и начал вот играть с ним. Качал Абакан. Меня уже, блядь, автоматически маленький, я расскажу. Взял. Почему у меня персонаж бегать отказывается? Противотанк будет поставить, где корона. Той области. ДМР с магазином на 40 патронов, блядь, лежит. Это ж эти железные уёбки. Ну, я понял, блядь. Ну, ДМР на 40 патронов. Хуя. Будет оружие, с которым поиграть можно, да, нет? Есть пожарки. А, все равно. Белая гроза, но 45 патронов. Под обстрелом. Под потоком мочи челик просто находится. Второй спрыг.
по факту вот этот Warzone, вот этот режим, это же будущее Warzone, скорее всего. Сейчас я замучусь. Ну я не знаю, как они, блядь, это делают все. Блять, чё нахуй? Да пешком иди туда. Да, дрон. Дроне. О боже, блять. Ну все, идем ебашить, да? Беги нахуй отсюда. Бля, я застрял. Выбрасывай Милана, беги на ноге просто с руками. Да все уже. Бля, пиздёшь тоже. Хуен молодацкий. Ну и больше с другой, ну, нормально. В сейве. Я не смогу его взять, я соскользнул вниз. Я уронил его. Дробовик, нихуя патрон за это. Да. Пластину и пошел. О, вот здесь челик. В вертолете, что ли, в самолете? Под самолетом где-то. В самолете он. Поднялся. Еще кто-то ебать со стороны короны. Да ладно, блядь. Егорка там дальше чуть сидел, блядь, да, корона. Бля, ну ну хп, ну 100 бедов там будет меньше 50 полоска. Короче, я цель... Смотри, Егорка сидит, я прицелился, он меня не видит нихуя. Начинаю стрелять, все пули попадают вот в эту вот лестницу ебаную, вот в перилину, блядь. Хотя я целюсь, блядь, нихуя не в нее, блядь, не в текстурку. Пока я ему челик, по 7. А на всякий случай еще одного челика убью с этим. С этим рожком, потом перезаряжусь. А ты с пулеметом? Ты решил открыть сет? Да просто. Стонер убивает. Да не, надо. Эту хуилу надо открыть. Ее уже. Ну, уже понерфили, ну и ты брешь просто белый пулемет без рукоятки, без глушителя, без приклада, блядь. Ну и идешь нахуй, просто, блядь, всех убиваешь. Прям в трупе, вон он налево побежал, релоуд долгий будет. Не видел. Уже не узнаю, я засчитал, не засчитал. Когда кончился магазин. Ну, у тебя там ноль было? Да. Сама перезарядка началась. Купи две бэбки. Я вот просто не знаю, нокнутых. Вроде засчитывают нокнутых, потому что как-то
на Warzone.ru челик недавно серии Нати захотел открыть. Нокнутых добивал, ему делалось. Вал стоит открывать, пацаны. Да там этот челик. Аккаунты бустит. Ревики ебут еще, пацаны. Че ревики? А, это граната. А, шайсе. Шайсе. Комары летают чисто на дух. Жужелица, блядь, какая-то. Слева за забором. На эту хуйню прилетел кто-то. В ДС кто-то пишет, кто-то, бля. Не, ну норм режим пока есть, почилить хоть, ну пострелять, походить, ну заебало уже. Дай идеальный пока... трекинг. Там делся. Уебали, походу. А. Я убью. Охуен. Сырый лизит, дурачок, бля. А чё, чё с челиком писать? Я тут раз ему в голову. У меня очень мало хп осталось. Ну естественно, ну естественно. Бля, короче, есть вариант это, на Grove Street прыгнуть, блядь, это, на корону. А, блядь, ты же умирал. А, у меня это же залупа же еще, но я не убью никого. Хотя... Впрочем, короче, вот так сделаем. Уже корона закончилась. Да и похуй. Охуенно. Понял, что произошло, да? Чё? Активкой взорвалась эта термитка. You're good, you're good. Вот как это? Ну как это? Ну как это? Ну вот как это? Ну вот как это? Ну вот засчитывай, да? Каждое попадание засчитывай, да? Пулемет, блядь. Вот нахуй. Да бля, ну у него на 150 хп больше было, что ты выебываешься. Ты еще вывел, а хотел посмотреть, сколько у него осталось, блядь. Да это пулемет, он ебашит, пиздец, там урон ебанутый. ЛМГ, блядь. Дед залупа, М60, нахуй. Ну, блядь, в шею 40 урона, блядь, наносит.
Я его, блин, можно сказать, только крякнул нахуй, да? И в шее, и в грудь он 40 урона наносит. 37, блядь, в конечности. Я его только, блядь, можно сказать, крякнул. А ты, блядь, в шею стрелял, да, там, типа? Ну, 37, блядь. И в грудь, и в грудь, и в шею по 40 урона. Это, нек 40, чес 40, стомач 40, экстримитис 37. Ой, стомач тоже, блядь, 37. Стомак, блядь. А я его только крякнул. А чё активка, потому что вроде это, ну, блядь, приклеилась на него, чё? Нет. Он мне написал, а я только попался, блядь. А, он этот, типа, что ли, блядь. С ней вместе подбежал, блядь, на активку, блядь. Я писал, типа, что-то, по-моему, в мультиплеере такая хуйта была. Помню. Кинул всем, так сначала мне хуяк, блядь, попался, блядь. И он на просто шаг до активки делает. Вот я вот с этим челом пострелялся, который, говорит, да хуя в голову попал раз. Типа, ну вот, ну. Еще вот три таких. Осталось у него три раза больше. Вот такая вот хуйня. Пару подарили. Че там, что я ему, блядь, в голову ебать как раз попадал. Упал на первый. А по мне так кто попал? Ебать, просто меня через три стены попали, блядь. Я чего вот здесь спустился, где вот это раздевалки, вот тут бегу, по мне, ну, попал. Попал чел просто через две стены, да. Пластину снял. Да то, блядь, прострел с, ну, с оружием, которое 250 хп, блядь, наносит. Не нокает, блядь. Ну, это уже пиздец там был. Что происходит, как говорится. А чё мы, блядь, лупку-то не взяли?
что-нибудь интересное. Кто, блядь, не поставил еще рекорд в этом режиме в соло 100 киллов? 1000 киллов. Какой-нибудь индус вот этот вот. Мьютекс или кто он там, блядь, забыл. Ебанул еще, блядь, 50 киллов. Ну, поставил мировой рекорд за 10 матчей 1000 киллов сделать. Подряд. Не было еще такого, нет? Да вроде нет. Не, он челик это, с которым мы в Among Us играли. Ну там чем-то на тебя мужик похож тоже. Мужик, блядь. Да я не мужик, блядь. Ну, Питер на тебя похож, ладно. Питор. Питорюшка, блядь, ну и чё? Ну, ладно, типа, пойдёшь сегодня, блядь, это... Бету-тест, это, Вангуард играть, я же, блядь, сказал. Я, блядь, уже от бета-тестился, сука. Все штаны в бета-тесте. Трусы. Иди купи бэпу. Надо, кстати, чекнуть, зарегал вот это говно, у меня там вроде одно было сделано. Заебись и башня, блядь, басуха. Скидывай бак, а, ну ладно, похуй, жаль, блядь. Куда, блядь, деньги взялись, аж вроде, блядь, все сбросил. Контракт выполнился. Контракт. Контракт ворс. Почему? О, вон здесь человек был. Ты взял? Деньги возьми, развернись. Даня корова, сука. Я пошел задних убил. А, да? Бля, ну видишь, за ним сейчас бежать 20 километров. У меня просто два бубонца закрылись. Нахуй, кто там? С ладаутами, с гастами пришли. Бля, гулаг. Да, прям магаз человек сидит. Куда? Нет, один вот в ангаре перед магазином, который и в будке справа от этого ангара. Ты можешь вот здесь подобрать. Не заправка.
Лёш, блин, тебя упал. А тут есть, блядь, свои нычки. Ну, если нычки, блядь. Строн в земле, блядь, прям. Бичка. Всем 2-1 был из них, с стонером второй. Как это так быстро сейчас было, блядь? У меня 400 хп, ну 400 у меня не 350, у меня 400. Ты забыл, что ли, друг, блядь? Хули ты меня с маг 10-м-то? Ну я в ахуе. Концочек, блядь, в грудь пострелял с маг 10, пиздец, я его не успел крякнуть с М6-4. Стрелять раньше, кстати, начал. Просто челик с маг 10 пострелял в грудь, блядь, на 400 хп, блядь. Охуенный ствол. Ствол бомба. Эль бомбина ствол просто. Чао бомбина, сеньорита, блять. Блять, куда лететь? Какие лупки, блядь? На лупки, нахуй. Ща, блядь, ваншотим кто-нибудь в полете, сука. Там он не открывать, нахуй, парашют. Ебо, давай, на Катоми забирайся. Он вот прям сейчас сразу справа падает, вот под канат идти. Он еще не заряжен. Прыгни просто с крыши. Помнишь здесь? Слева, 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 вот канат. Справа. Отпускай тут, блядь, урон от падения. Сейчас чел сидит. Минка взрывается и сразу убивают нахуй чел. Да просто 5 мин стоит. О, о, вылетай, ну челик же. Я слышал, дверь хлопнула. Сейчас пожарки начнут стрелять, тебя дристыш. Как хули, блядь, чё? В смысле, блядь, лупка за лупка, ну, блядь. Вот чё мы сейчас будем делать без ладаутов? Просто, вот чё мы будем сейчас делать без ладаутов? Ну, два уёбка на крышу. Второй тоже свалился. No, fuck! Возьми ты что-нибудь годное. Блин. На меня челик с этого летит. Попался ваншот? Челик не ожидал, что ваншот можно в этом режиме. Чем ты ваншот?
снайпой. В голову до 30 метров снайперки ваншотит. Нас челик упал. Блять. О, гад. О боже, просто челик скал. О, гад. Там еще были челик сверху. Не... Двенадцать метров челик прям где-то он, у меня рядом. Окей, сейчас бегу. Че, как нокаться быстро стали, что тот, что тот, блядь, что происходит? Ебать. Да, мне пулемет перезарядить надо. Где он, сука? Доползал. Где эта петушня обоссана? Ахуй, 45 патронов. Когда датчик нажал, кстати, три раза на пробел нажал, блять, вообще всем похуй было. Нихуя, персонаж не хотел прыгать. На меня два чела, и не прыгай на меня. Идем в автостоянку, зашел второй тут. Оружия нет. Гроза есть. Знаю, куда челик с этого дома делся, походу он в автостоянку зашел уже. Там же, где и был. Пушит у меня двое. Стампу дали. Да это я дал, блин. Да все же и в этом режиме начали ебать. Обновлю.
Большая обновка, кстати, вышла. Да хули, ну вот в этом вот, в парке аттракционов, да? Ну, челик прыгает. Ну, консольчик. Ну, ПКшник же не будет, ну, в упорте в ноги стрелять, правильно? Блять, там лекмета какая-то. Лекмета, сука, как в Таркове, нахуй. Просто выпрыгивает и стреляет в ноги. Ну, я, блядь, в прицеле хуй. Стреляет позже еще, к тому же. Зато вот, ну, через 5 минут сидит чел, ну, его никто не трогал, он там сидел, блядь, долго. Ну, фуловый сидел спокойно. Ну, я вышел просто, блядь, за 0 на 1 секунду, нахуй. Упал, как бы, блядь, с МП-5. Он сидел фуловый, никто не трогал. Какие турниры проводят по игре, блядь? Режим у этого, блядь, просто нового этого добавили, что ли, или чё? В магазин? Чушкана какого-то или чё? Ну, вроде все старые, вот это только стагер, вот это. А нет никакого тагер. Короче, нахуй этот маг. Ну, по крайней мере, в этом режиме. Да я не хочу, блядь, в этот режим играть вообще. Абсолютно. Я, блядь, уже спать хочу, но мне в шкил. Что это такое? Ну, вот написано. Blueprint, Blitz, Event. Собери все 11 блюпринтов перед тем, как время выйдет. Ну и чё, сука? Какие 11 этих-то? Какие, блядь, я нашёл? Какие надо найти ещё? Блять, нам бы третьего найти, сука. Блять, стонер по ней. Да ну нахуй. Ну а там никто не сидит, не ждет. А Warzone.ru и Team — это кто такие? Охуенные челики, это, наверное. Это 10, да? 4,5 и 3 у них. Кто за Team сидит? А вот это что такое? Warzone 1 и просто какие-то челики. Вот Warzone. Просто это там, ну, кто хочет, да, там похуй, ну, сколько. Там дайте? Вообще похуй всем, да. Тем, кому западло стату там, блядь, привязать. Чего, блядь, кого? Похуй. КД-05 у челика, блядь, Warzone 6. Пожилой биг просто, сука. Ой, КД-05, ебать. И с ним челик, он сидит, мать ебал. 5 КД, нахуй. Warzone 6? Warzone 7. Мать ее ебал. А я не вижу, какая у них. Нажать надо на него. Ну, я нажал, нет. Во мне, батя. У меня еще гусь в очках крутой.
Сычком. Отец. А вот же написано ролик КД3+. Ну и чё? Ты же говорил 0,5. Я сказал 6 у челика, блядь, 0,5 КД. Пожилой бикник. КД 0,5+, ёпта, не 0,5. Там в 10 тоже 0,5 КД есть, вот, челик. В 17 ебать КДшки просто, чел, пиздарики нахуй. Я случайно зашел в Warzone 7, нажал челик. В Overwatch там челики ебашут. Хуй огромный, как пенис просто. Ты куда? А? А какой у тебя СПМ? Что это? Типа сколько очков? Score per minute. Ты где, там смотреть в рекордах, что ли? Да. Счет? Это самое правое, да? Ладно. Блять, СПМ там написано. Да не написано, у меня на русском. 5905. Что у тебя на русском, блять? У меня Discord тоже, блять, на русском. При чем тут Discord? Блять, потому что в Дискорде смотрим, что она пишет. Я не знаю, бля, я так не привязал же, блядь. Чего? Привязать надо стату? Да. Я не привязал. Почему? Так потому что мы тогда зашли. Ходи в эту хуйню. КД3, я такой, а чё, там... ну, а если у меня нет КД3, я туда не смогу попасть такой? Нет. Ну и все, мы в двойке пошли играть, и все, один раз играли, и все. Ну, зарегайся. Просто в статистику пишешь рег, свой тег из Battle.net, но ник и тег. Где это делать? В статистику, вот блять, я же сказал, сука, блять. Тег из Battle.net, вот это вместе с номером 20, с номером, да, вместе, да, не пишешь? Да. Ничего не надо, никаких там собак, я их просто написать. Восклицательный знак, рек. Это чё? Это где, перед чем? Да все, иди нахуй просто, короче, заебал ты, блядь. Ну ты не можешь сказать восклицательный знак, рек, потом ник, да? Да. Нет, блядь. Ну вот, вот сделал. Статистика автоматически обновилась. Нажим на себя, честно. КД 2,5+, блядь. СПМ 300+. Ну, ясно, нахуй. А что это такое? Скорпер минус, блядь, я же тебе только что сказал, сука, пиздец. Но зато у меня килл с 12000+, нахуй. Да похуй всем. 300 побед плюс. Ты чё, вон, чел, который сидит в Warzone Team, у него, блядь, тоже 300 СПМ, чё? У меня СПМ, блядь, 490.
300 плюс, а может у меня там 399. Посмотри в статистике, там же написано. Вот так вот нажми апдейт. Ну напиши просто восклицательный знак апдейт статистику. Челик, блядь, винрейт 3%, нахуй. Я только через этот могу. Так у меня 0% винрейт. Ну и что ты напишешь, нет? Да, блядь, ждать надо, медленный режим, блядь. $342, ну все, иди в пизду, отправился нахуй, сосать хуй. Когда, блядь, у тебя на 400 матчей-то больше, чем у меня, ебать? Обсоски. Ну, чё, Винс. Ха, 18%, у тебя 19%. Ха-ха, ебать, чё шоксик. Побед. Побед, 394, блядь. 341, блядь. Ну и сколько в соло у тебя, блядь, побед? 0? Топ-10, нахуй. 869, нахуй. Против, блядь, сколько? 763. Сколько в соло-то побед рассказал бы лучше, блядь? Смертей меньше. А, кстати, смотри, у меня, блядь, сколько матчей? 2174 матча, а у тебя 1752. Но смертей у меня меньше, блядь. Да? Больше. 373? А. Ну вот, смертей чуть-чуть меньше, блядь. А матчи, ебать, насколько больше, пиздец. Ну вот, о чем это говорит? Ха! Пиздец, блядь. Вор заебался, нахуй. Килдеста, блядь, меня больше, сука. Ну и что, блядь? Ну и то, что, блядь. Больше киллов делал на одну смерть. Я вообще, блядь, ни у кого больше не видел, вот. Спэм больше, чем 490. Рекронте, интересно, зареган, где это, где его увидеть? Ну вот, есть вот эта тема, нет? Вон, генотук, СПМ 500, ну там понятно, ебать. А где ты? А... Заряжаем усиленно и в галил, и хуярим чисто по головам. Человек подряд. Без промаха. Почему рекрента нету в этом, в топчике? Супер, супер уверовал сразу в этого енотука ебаного. Почему я, когда 4 плюс, там, блядь, 8 челов, 9... Я, блядь, почему не в этом списке? Вон у чела 1750 киллов, зато КД7 плюс уже, хули. Верим. 15 плюс киллз в каждой игре. Верим. Новый акчерик чисто начал задротить. Старый, походу, ну, это не работает больше акт. Просто старый не работает. Да угнали аккаунт. Спистили. Сразу просто вот, ну, делает себе эту команду в чате. Аккаунт. Ак. Пишешь ак, списательный знак. Мы аккаунт угнали, доступ не получить могу. В поддержку сказали, что ли. Установить не могут. Я не помню того-то, я не помню сего-то. Что сделать новый аккаунт? Да не может быть такого, блядь. Да нет, его угнали, он нормальный пацан, я его знаю, блядь. Один месяц. Он нормальный пацан. Да, он норм. Да он норм, чел, он бы такую хуйню бы не стал бы делать. Я его месяц уже знаю. Да не, он норм. Не такой, как все. Давай вон зайдем в КД2 с полный плюс там к челику. Пойдем в тройки.
Один там, когда это воспомнил, плюс один. Нашел? Нашел. Когда это воспоминание плюс? А кому именно? А, вот это Саламандров, что ли? Да. Алло. Да. Заходи, я пригласил. А, я вернее отправил запрос на вступление, ладно. А меня слышно? Нет. Чё-то мне сейчас в Discord никто в сети, блядь, не может обнаружить ваш микрофон. Запускай. В тройке. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Голову XM4 с 6 выстрелов, блядь, охуеть. С 5 вроде. Ну, хуя, тебя слышишь, короче, тебе прибавляет. Я вас слышно? Ну да, тебе тихо. У меня нормально. Да хуй. Я думаю, просто. Не обращай, тебе не было. Мне норм. Слышно топ. Там магазов, конечно, нет. Пинток. Да вот на этом закупимся, если выживем. Дохуя народу. Полтал, ебан. Вроде второй. Братан, у меня нету ничего. Спрыгнул. А, да?
челик с дробовиком на нас перезаряжается вот тут. Ебать. Ну, я от тебя отпрыгнул, у меня анимация шприца втыкания началась, кстати. Право пушит. Понял. Уже на твери спе справа. Слева у тебя. На своей респе углу сидит. Хорош. Ебать, там пиздец. Тут делать, ловить нехуй. В синем доме минус стоит. В втором этаже. Бля, вот не понял, здесь стреляли, блять, или чё? Да. Давай фов поменьше сделаю, чек. Бля, тут есть люди, короче, вот здесь. Бля. Как люди вообще фов 60? А, у меня еще камера багнулась, походу, как-то. Фовом 60 играет, типа? Ну, типа, когда ты на парашюте летишь, ты можешь поставить фов 60, и ты будешь видеть, ну, под собой, что происходит. Да, я знаю, знаю. Как тут играют в фов 60? Кнопка экстренного смена фова, нахуй. С фовом 10 играю, блядь. Просто, блядь. Один градус чисто видишь по воде. Со снайпой играю без прицела, нахуй. Блять, какой-то фаер-шоу на мышке сейчас произошло просто. Случило. У меня кейс есть с этими пластинами. Не надо. Пытайся пока что, я выкуплю. Все, блядь, нашел сумку денег. Ну, я, короче, скинул, у меня не хватает на 3800, да. Бэпку он купил? Не, у меня 3800 было, я скинул на магазин деньги. Грузик приехал. Кол. Покупать. Далеко еще. Это влажник, блядь. Так пикнул смачно. Влажник. Хорошо.
Я только приземлился, блядь. Ой, чё, 400 метров убил? Да, вот он тут сам вверху висел. Поехали за целью. Сейчас я заберу. Берегай. Газоанализатор. Если не проеду, да? Не проеду. Да не, не. А, да. Че, на белом доме смотрю, потом карту. Я нокнул. Хорош, на втором этаже еще. Не дайте ему доесть, мне приз. Крыша еще чел. Резкий шинок. Хорошо. Бля, ну как это Милана ебет? Я вообще плохой просто. Хуйня полна. Хуйня? Для меня, да. Бульфрог пиздит. Ну она, блядь, ну она дамажит. По крайней мере. Она медленно стреляет, но она ее дамажит, пиздец. Ты че это такое, блядь? А кто я взял её-то? А чё? Ну я ликвид был, взял, кто-то взял эту хуйню. Рабан. Дайди, он сейчас взорвётся, дайди, он сейчас взорвётся. Нас. Два вертолёта. Не видать никого. Бубль-гам просто. Бубль-гум, сука. У меня челик на вертолетах светится где-то. Сорок два метра. На 270. Исчез нахуй. Под нами где-то. На мне чел, на магазе. А мы кто знает, где? Подхожу к тебе. Сейчас буду чекать его. У тебя справа челики еще вышли, супер. Ног, который внутри, а, в обходе. Чай. На ладауте челик. Беру бэпу, беру селфрис. Есть тут подгузы-то где-нибудь, нет? Тут челик светится. Едь, я возьму тачку. Тройка. Один гост. Дайте бэпку-то, ребят. Что, не взяли? Уже давали. Ну, это я давал.
намекнул тот, что второй светится. Дальше по мосту. Хорошо. Как киберкотлеты делают так? Бегут и оружие как-то так меняют, и еще подкаты делают. Кто знает? Я не понял про что-то. Я тоже не совсем понял. Они подкаты делают, тут же так меняют. Я не понял про что-то. А похуй. Ты имеешь в виду про слайд кэнсел обычный или что? Нет, слайд кэнсел это обычный, и они еще оружие так... Ну, на Q, когда нажимаешь, не доменяется. Два раза, просто так не нажимаю, все. Ну, я ни разу не попал, блять, поэтому нахуй. По кому-то, блять. По нему шмаляют. А я выстрелом его снял. Он сейчас выпрыгнет оттуда. Сорок метров. Я тебе тоже 60. С крыши. Ног одного. Один крак. Меня спину нокнули еще. Как здесь поднять? Посыл, да. Блять, да заебал ты, отъебись нахуй. Хорош. По нам с этой стреляют. Бля, ну заебанец какой-то, бля. Попадал. Я встрелял нормально. Куда стреляют-то? Три снайпера синий. Бать, они шмаляют. Один в ноги. Предлагаю с ними не драться. У нас... Где все три трупа? Может у них есть у кого-нибудь это? Да, у него пресижен был. Сейчас я постреляю с ними чутка. Начали другие челики прессовать. Полетели за синим. Блять, как бесит это. Да там чело где-то? Не-не-не, это у меня, короче, маус 4, маус 5, маус 5 на гранату кидаешь, заедает кнопка. На вышке есть чел тоже. Ушел на лифт. Как туда заберем? Вот этого, может, хуёв насуём туда, не? А, давай. По мне опять с аэропорта начали стрелять, уйди в ЛГ оранжевый. У него корона пропала. Как ты, блядь, так сделал, что у тебя ник не показывается? Синий, почему? У тебя просто точка горит, а оранжевый, блядь, целый. У меня также показывает обоих вас. Да? Да. У меня все нормально показывает. А где этот хуй? У меня два кружка, зеленый, синий. Ну он не светится. Он походу, ну вот этот контракт, это от него лежит, он выполнил, а он походу из него выпал. Долго, наверное, где-то тут. Погос. У меня денег нет, не беда, как я пресижен. Если честно, я заебался бегать что-то. Гаяшан, блядь. Чел. Стрелялся на синий метр. Три чела на синий. Он бэпку нажал. Он не знает про нас. Техно.
Бать, хуеть. Чем вайбил, короче, я думал, все сдохли. Пилиться начал. Тут не видно них. Я скинул бабки на две бабки. Кто такие? Гулажник, наверное. Да. Я бы закрыл вот эту всю чернь. Слишком далеко. О, челик. Ноку. Бля, не смог, да, если он заполз. На красный ног. Эй, принимайте. Убили его. А мне с крыши идет. Сейчас похилюсь, убью его, наверное. Но он не пикнет, ты чё. Там еще был? Чего? Трое, да, было вроде? Да, я одного друг, видел. Мы по ним стреляли, мне дали помощь за него. Надо один. Пойдем в зону. Да, он сейчас по-любому спрыгивать будет. Как-то скучная катка. Прыгнул. Куда? Накалил его. По мне спину кто-то стреляет. Я нашел так мокера. Куда он прыгнул вообще? Что-то не... За дропом, наверное, прилетел. Он за вот этой вот будки. Вижу там нихуя. Бомб побежал он по газу. Или что, или где там, блядь. Хуй на него, бля. Вот, вот сейчас ники появились, они походу этого на расстоянии. Он вышел из тачки. К нам грузик едет в нашу сторону. Че ты такое делаешь? Пойдем, 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 пойдем. Вперед, контракт походу. Да. Ну, бля, я ни разу по нему не попал, ебать. Попал один раз. У меня предпоследний магазин остался. Комплект вызвали. Патронов нету. У нас есть еще кто-нибудь, враги? Да, двое еще. А двое еще. Хуй светится, хуй поймешь. Гастов взяли. Светится 48 метров, уехали на этой, на будке. Один ног там. Ну, там уехали, они просто взяли. Я. Патроны ж. Погнали, погнали, короче. У меня 90. Да, блять, что за хуйня? А похуй, похуй. Сейчас приедет. А у тебя патроны зеленые есть?
Да, я могу дать вам. Давай, давай. Я разложил на две пачки, вот тут я владал. Да, комплект забрать еще один. Куда мы поедем? Куда мы приедем, если мы поедем в этом дерьме? Предлагаешь? Чел. Я спрашиваю просто, куда мы. Кто его знает? Крякнул. 16 метров сидит, походу, вот здесь внутри. Отлично. Нет, вот здесь. Возьми бэбку. Забей, погнали, все, зона. Я о чем, мы сдохли, что? Слышите, ребят? Кто знает отсюда выход? Да, блядь, только если туда вправо, если вот там вот, наверное, выход есть. Нет там нихуя. Куда? Конечно, нету, блядь. Ну, хуй знает, никак так. Тогда, блядь, молиться, чтобы Бобби котик на нас зону сместил. А, не, вон, но не нормально. Или чё? Где, а, где? Нету, блядь. Есть, есть, зипка, вон она. Ну это зипка, да? Вот она. А, да-да-да-да. Ебись. На ней сидит кто-то, на контроле. Да. Ебать. Давай подождем, ребят. Да, дождем. Кто нас ждем? Метров. Короче, здесь прям... плашка лежит. Не знаю, сколько там. Да, может, мы поедем, потому что если они нас чекнут датчиком, мы обосрамся все тут. А у нас же призраки у всех. Нет. У меня нет. Да ладно. Пиздата. Ну да, они чисто сидят, смотрят эту хуйню. Бобби котик. Бобби в ротик. Хочу вот туда зону, чтобы они полетели. Я такой пиф-пуф-паф. Ебал всех. Блин, тебя сейчас это, сейчас чекну датчиком тебя нахуй. Ну, там похуй, там призрак, не призрак, они просто сидели, смотрели. Что-то так... ебать вообще. Зона-то, блядь, в мою сторону идет, ебать. А где, ну, три сквада же, сука. Пробуй, зона сейчас пройдет и захуярь. Да у меня сейчас, ну, пердеть, кряхтеть, сикать, царакать начнёт. Да похуй всё вообще. Тут Талова сидит. Вот мы обосрались, ребят. Это же так очевидно, блядь. Сейчас я приду. Сидят до Талова, да.
цельная. Челик по столу ёбнул, все, только его на вармапе ёбнул. Ладно. Ты в муте, Максим. Хуенчик. Не падай только на самый верх, по типу он уступает. Вдвоем. Да-да-да, давай. Ой, блядь, дальше надо смаркиваться. Не, я вообще туда не падаю. На рыбу. У меня кровище из носа похуярило. Никакого оружия, чтобы их принять, просто, блядь, чтобы они не залезли. Мяч или куда? У меня воевать мяч. Там, кому падать можно? Зелёному можно? В чем? Лут есть там? Ну что? У меня вот где-то ходит, обычно. А, не зашли ко мне. Кто это говорит? Пизда, возможно. Я говорю. Зеленый как, какой? Одного крякнул на первом. А, ну далеко. Они... Дай бронить зеленый. Они... Одного нокнул. Я на лестнице. Только... Дробовик. А где еще один нокнутый был? Дай что-нибудь лут какой-то. Блять, заебали эти на стирание эти, блять, ебучие. У нас одинаковое количество киллов и дэмэдж. Ебанулся, блять. Взорвались туфли. Че, закупимся? Иди, иди купи. И съебемся в Редор. Бабки у тебя? Бабки, чё забыл? Дима, бля, ящик. Блядь. Я хотел... Ну, блядь.
Или у нас хватает там на все? Хватает. А, бля, не знаю. Че, мы вот тут? Бля, пизда. Значит, давай я вызову вот на тех этих, блядь. Иди сюда просто, падай сюда, в коридор. Хоть похуй, давай, вызывай. Да, куда вызовешь? Бля, ну будем надеяться, что он не застрянет нахуй, да. Ты, блядь, прикалываешься, что ли, сука? Идут к нам уже. Это слева, слева. Тот спрыгнул на нас. Без брони? Хорош. Отсюда. Чё бежит? Захилься, блядь, захилься, захилься. Вы убеги и захилься. Реснили тачку. Бежит, бежит. Найс. Чё за бесконечные файты? Блять, я не сюда приехал. Все, погнали, ребят, погнали. Пока не светится, Вова. Толк м***чка приехала. Ну, бля... Сейчас все, я ложусь. Пойду. Че за ним бежать, сейчас он на тачку едет. В тачку прыгаем. Чел видит? На углу. Стреляет. Ой, блядь, у меня сейчас потеря пакетов какая-то произошла. МБ-плата есть? Залег... Один внизу. А, там снайпер. Все. Я резко побежал. Гандон. Сразу не дал, брат. Нокнутый был, бля. Когда нужно было. Набегает просто кряк один. Случайно. Блять, там эта хуйня стоит, турель, бля, он повернется. Он удернуло. Еще и мой лут весь забрал, гандон. Там комплект убежал? Ну да, чудо.
У меня челы где-то. Дай денег. Пепку дадите? Дай денег. У тебя никто не светится, вот до сих пор кустов никого нет. Мне стреляли, блядь, отсюда где-то. Страйк-то вот эти, наверное, челики, вот эти вот. Влажник летит какой-то туда вот. Дайте броню. Слева еще. Блять. Хорош. Прыгаем. Да. Сколько там еще? Один. Меня нокнули со снайпы. Блять, пизда. Там второй сквад. Пиздец. Какой ты снайпу взял, ебану? Смотри, там вот машина стоит, хуй поймешь, где он. Там еще справа от машины сквад. Мы сейчас в четыре сквада. Его, наверное, убили вообще там. Вот челик.
Я ебан, но кряк. Кряк. Я в сейв со школы. Пушит. А, ну конечно, блядь, хуило это, блядь, серое, блядь, перестреляет, ну, блядь. Блять, дурак, который стрелял в стенку, нахуй, и просто перестрелял меня, даже крякнуть всего не успел. Так рассказывайте больше хуйню, бля. Охуенные камни, бля. Видел. Слева, на первом этаже. Он один. Один? Один. В грузовик сажусь, с пистолета его разъебу. Вы купили тут. Найс. Осом. Стреляет еще кто-то с пуколки. Ладно, я все, наверное. Давайте я тоже. Поздно уже. Спасибо за игру. Спасибо.